Божоле Нуво не заставило себя ждать. Вино нового урожая торжественно представлено во французском Бажо с наступлением, как того требует традиция, 3-го четверга ноября. До пандемии коронавируса праздник вина в небольшом городке к северу от Лиона привлекал тысячи туристов. Сегодня гостей меньше. Однако организаторы праздника рады и такой аудитории после мертвого, по их словам, прошлогоднего сезона. Сегодня у нас, наконец, радостно на сердце. Весь прошлый год был просто катастрофическим. Мы счастливы, мы празднуем Божоле, дружба, общение. Всего этого сегодня в избытке. Как вам праздник? Атмосфера прекрасная. У меня впервые получилось приехать на праздник Божоле, но здесь нас просто потрясающе приняли. Здесь очень теплая, приятная обстановка, все счастливы. И мы рады, что удалось повидать людей, побыть вместе, особенно сейчас, в год ковида. На улицах Бажо музыканты играли и для местных жителей, и для гостей, чествуя виноградари и плодородную землю региона. Божоле изготавливают из винограда сорта Гаме. В нем отчетливы фруктовые нотки. Такое вино не предназначено для длительного хранения и выпивается в первые месяцы после выпуска. Наступление 3-го четверга ноября во Франции встречают как Новый год. Ровно в полночь открывают бочки, и молодое вино льется рекой. Позади меня тот самый знаменитый парад Бажо. Через 10 минут бочки с Божоле Нуво будут открыты, и праздник достигнет кульминации. В прошлом году из-за коронавируса здесь было, конечно, не так весело. Уже через 10 минут Божоле Нуво будет литься рекой. 3, 2, 1, Бочки открыты с этого момента. Божоле Нуво выходит на полки магазинов и неизменно появляется в винных картах французских и европейских ресторанов.